Итак, друзья, всем привет. Сейчас мы работаем с Мишей. Ну вот очередная пчелосемья попалась Мише. Ну что здесь попалось нам? В общем, семья получилась у нас трутовка. Матку мы нашли. Вот, видите, трутовка. Здесь трутовый такой расплод. Есть тут трутни. Вот трутень здесь я вот вижу. Вот они, трутни, ползают. И эта семья подлежит выбраковке. Вот матка. Вот матка. Смотри, какая хорошая, крупная матка. Все бы ничего. Ну почему это так бывает? Это бывает из-за того, что вот бывает, что поздней осенью матки либо гибнут, либо еще что-то, либо тихая смена. В общем, короче, эта матка не облетелась. Она не облетелась. Матка неплохая вроде бы. Но смысл эту матку держать, то, что эти трутни здесь в улье есть, с этими трутнями матка не облетится. Она уже все. Теперь эту семью что нужно сделать? Объединить с какой-нибудь пчелосемьей. Сейчас что мы будем делать? Миша, давай, объединяй. Сейчас покажем, как Миша это делает. На примете у нас уже одна семейка есть. Прошлогодний рой был пойманный. Да, вот пометку я поставил. Сейчас только я перебрал, здесь я нашел, матка у них молодая принята, матку я поздней осенью поменял. Не поднимай, Миша. Сюда? А тут заставная есть просто. А, заставная, тогда поднимай. Вот если есть заставная доска, и вот рядом с заставной мы сейчас сюда переставим все рамочки. Эту семью я только что перебрал, ужал ее. Но там я увидел, молодая матка есть. Сейчас вот на которых рамках, если есть здесь трутневый расплод, мы такую рамочку ставить не будем. Мы стрясем пчелу. Все стрясаем? Нет. Стрясаем с тех рамок, где есть трутневый расплод. А рамки с пчелой просто переставляем. Но это близко не надо ставить, это вот в сторону у нас. И вот таким образом будем составлять. Все, перетаскивай порамочно, Миша. Пусть пчела находится, трутневых нет на этой рамке расплода. Вот они, трутни есть. Вот здесь, смотрите, вот имеется трутневый расплод. С этой рамки мы пчелу стрясаем в улей. Ну, стряси, Миша. Можно смести потом еще бот. Потому что, ну, удачно, нет, стрясай. Да. Все, убирай в сторону ее. Следующую. Опять же, никакими пахучими жидкостями мы не пользуемся, потому что ранняя весна. Вот трутневый расплод тут есть. Все, стрясаем пчелу. Иначе выхода, друзья, нет, чтобы, допустим, подставлять какой-то там расплод. Это все просто ерунда полная, чтобы они вывели другую матку. Толку никакого. Вывести выведут, а облетится она, не облетится. Эту рамочку можно оставить. Вот видите, здесь поздней осенью свищевые маточники. Либо маточка была придавлена, либо еще что-то. Ну, в общем, матка по осени, видим, что погибла. Вывели они свою, свищевую. Ну, маточку мы благополучно нашли, убрали. Последняя рамочка. Там стой, стрясти, наверное, надо, да. Да, стрясай и все. Ну вот таким образом наша семья с недельку постоит. Может, дней 5. И я к этой семье вернусь. И здесь, в общем, составлю рамочки так, чтобы они плотно обсиживали. Темные рамочки уберу за заставную. В общем, все я поменяю.
Ну и в дальнейшем я покажу эту семью, что из этого произойдет, как они объединятся. Ну это будет в следующем видеоролике. В принципе, эту рамочку можешь, Миша, оставить. Мы ее потом... Вот перга есть, Мед, ну, светлая. Я ее потом... К меду поставить или что? Да просто поставь. Я потом, когда буду проверять на прием матки, и эту рамочку я поставлю им ближе, в центр туда, скажем так. А центральные рамочки там полупустые, темные. Я их уберу за заставную доску. Ну, все. Процедура у нас с этим углем закончена. Закрываем, пусть мирно объединяется, а мы будем продолжать работать дальше. Итак, друзья, на этом свое видео заканчиваю. Кто, друзья, не подписался, подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки, поддержите мой канал. Всем, друзья, пока и до новых встреч. Всем удачи, пока-пока.